Лучшим инспектором ДПС Юрий Плотников становится второй год подряд. Говорит, на этот раз результаты выше. Умение работать со спецприборами, знание основ медицины, теория, физподготовка. Проявить себя нужно было в дисциплинах, которые полицейским необходимы в работе. Если ты к чему-то готовишься, то это проходит достаточно предсказуемо, хорошо. Я точно знал, какие будут дисциплины, и я их отрабатывал. Тоже фигурное вождение патрульного автомобиля. То есть я ездил на автодром и на своем личном автомобиле, то есть выставлял фишки. Ну, то есть когда тренируешься, ты получаешь результат. Лучших среди сотрудников ДПС выбирают уже более 20 лет. На этот раз на конкурс профмастерства собрались 29 человек со всей Самарской области. Личный результат каждого участника – показатель работы всего отделения патрульной службы. Сначала соревнования проходили на местах, на региональный этап отправились победители. Когда они, соответственно, готовятся к данному мероприятию, когда они соревнуются, безусловно, как бы они совершенствуются. Да? И, опять же, надо понимать, что, учитывая, что это лучшие сотрудники, они являются, ну, реально лидерами, как правило, в своих коллективах, и они вот подтягивают весь основной состав до своего уровня подготовки, и мы это понимаем, поэтому мы всегда это поддерживаем. Сотрудникам, занявшим призовые места, вручили дипломы и памятные подарки. Теперь для них пройдет еще один мини-конкурс, победитель которого будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе соревнований. Он пройдет летом в Московской области. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.